Всем привет, зрители, подписчики канала на Ютубе. Владик. Привет. Всем привет, Вероника. Вероника. Вероника занимается обои, отрывает уже, которые после Владика и Илюш. Да, нравится им это дело, да? Всем привет, солнышко. Как дела? Нормально? Поспала 15 минут, да? Да, у нас сегодня, как обычно, она встала ни свет ни заря. 7 часов. 7 часов, да, у меня позвонил. Раньше она встала. Раньше, еще не спал, но... Я встал без 15. Да, я уже не спал, будильник я прозвенел, она уже... Ай, да, я ей сделал поесть. Без 10:07. 7 она уже все. Ну, 28-го она допила, выкинула бутылку с кровати, просто встала и выкинула ее на пол. Ну, вот. Она ей помешала, видно. Да, и все. Ну, все нормально сегодня. Илюшка вообще шикарно встала. Тогда говорит, мама меня оденет, мама меня будет, папа, чтобы не одевал меня. Не, ну, как хочешь, говорю. Мы вчера с ним вечером немножко повздорили. Да, из-за этого. Из-за этого он обижен. Он даже сказал, чтобы мама пришла даже сегодня за ним. Да. Я вообще в шоке. И мама отвела, и мама забрала. Да, ну, сегодня а я ему сказал, обижайся, обижайся. Я сам виноват. Сам виноват вчера был, поэтому получил от папы. Да. Что у нас сегодня? Четверг. Сегодня Владик выспался хоть хорошо, более-менее. Да, он последний встал у нас. Да, он в 9 часов. В 9 часов уже. Время уже, кстати... Его Вероника разбудилась. Мне Вероника лучше, может, поспал. Ну да, время уже 11:30. Да. Монтирую я влог. Вчера такой большой тоже получился. Если влог. Бы в основном... В основном Владика футбол там, посмотрите. Ну, в принципе, все это уже дело, кто увидит. Вот немножко Калуги поснимал с окна, как мы ехали автобусом. В общем, так нормально, да? Там музычку ругаешься? Наложил. У нас солнышко проглядывает. Мышка поглядывает вон там вот наверху у нас. Зевает, сладко. Зевает, да? Мышка. Что там делаешь? На улице ходишь, да? Да. Вот, так что такие дела сегодня. Утренние у нас, да? Да. Сейчас позавтракаю уже давно. Сейчас ждем. Галя должна прийти там, гости к нам. Да. Кто? Папа, жена. Ну да. Галя придет сейчас на обед. На обед. Да, вот. Она немножко прям заскочит. Да, ждем еще гостей из Казахстана. Сегодня они последний день у нас выезжают зараз. Ночью, ну, завтра, да, утром они уезжают рано, да, в Москву. Уезжают, в Москву потом. Вот, так что должны где-то с того времени к обеду подойти. Что такое? Возьми, что там? Все, настоялось, хватит. Хватит, мамка Открывашка. Скажет, бери меня. Вот. Ну, в принципе, такое небольшое наше утро. Особо да. Сейчас, да, делов никаких. Ну, видел, смонтировал лох, сейчас я вот такой очень... А, даже не монтирую, он еще монтируется у меня, да, в программе, вот, iMovie. Ну, да, я схожу там в одно место, как бы, по делам, и, в принципе, наверное, так вот, основное, дома будем, да? Ну, да, сегодня Владика ничего нет, пусть Владик сегодня отдыхает. Ну, сколько же вы можете сказать, немножко да. От него, да, в художественной школе у него выходные, каникулы, каникулы, каникулы тоже, да, как бы, вот, поэтому, в принципе, так, особо ничего. А, насчет графика не говорил, работы? Не, вчера я не говорила, да? А-а. Вчера позвонили, да, с работы, но еще на пятницу все равно я перезвоню, все-таки это позвонили с бригады, сказали, что 2 числа в день, да, 2 в день, в четверг уже выходить, и то там как-то опять поделили, что-то непонятно, в общем, как у нас, как обычно, как людей, не людей либо сокращают, хотя тоже вот сказали, что у них, мы уже позвонили, не сокращают, в общем, дурдом везде, короче. Они да. Хотят, чтобы и работало все, и лишних сократить, но лишних там такого не бывает. То есть заболел человек, ушел, хотя в отпуска, мне кажется, уже все подгуляли, да, все. У нас даже на 2/3 просто люди сидели дома, а отпуска, по-моему, отгуляли все уже в январе-феврале у нас. Даже с декабря начали, вот, с декабря. Да, за следующий год. Да, вообще. Да, ну это, в принципе, мне кажется, так вообще всех сейчас. Кто ли, отпуск долго, да, такого уже не забыли ребята, когда был отпуск полностью, вот именно, как у меня там большой, да, там 50 дней почти. Просто... У нас все это сейчас дележка идет отпуска в последнее время, а сейчас вообще... Ну да, сейчас вообще отправили у всех, и потом уже на 2/3, когда работы не было, люди сидели дома просто так. Не, ну платили просто сюда 2/3 зарплаты. В принципе, такие вот дела. Ну вот, позвонили, сказал, я в принципе завтра еще пятницу позвоню уже именно на начальство. Решил все эти вопросы, и все равно мне на понедельник надо будет или во вторник ехать туда. Заявление эти написать. Киска! Пошла на хоккей усаживаться. И... Мышка. Хорошая. А, ну да. Теперь у нее покажу. Хоккей. Да, место. Теперь хоккей любимое место. Ну, батарея еще когда там. Ну, батарея, да. Батарея, да? Вот. Ну что, ладно, будем сейчас ждать гостей. Гостей увидимся. Да, увидимся чуть уже попозже, наверное, сегодня, да? Да, да.
Солнышко сейчас зевает, тут надо было больше поспать. Или покушаешь, потом поспишь? Да, покушаем сначала, потом уже поспим. Да, кашки сейчас съешь, малашки. Кашки, малашки, потом скорее спать будут. Да? Да, анализы сдавать, да? Надо нам кровь, мочу, как-то умудриться надо будет сдать, не знаю как. Мы, кстати, так полгода ее не сдали. Мы пробовали. А, тут с Ильей были такие же проблемы, то что они... Мне сразу с мальчиком полегче в этом плане. Вот я что-то думала, как бы девочка, нет, с мальчиком намного легче. А делать мы мочеприемник, ну, да. И все вопросы решены. А с девочкой нет, не все так просто, оказывается, да, скажи? Да, солнышко? Не все так просто. Потом будем завтра как-то умудряться это все дело сделать с утра пораньше. А, ладно, увидимся. Да. Так, ну что, время у нас уже 2 часа, а влог все никак не может обработаться. Да, вроде он как бы загрузился, сейчас вот обработка идет, все видно. Прекрасное время. 13:58. Не знаю, может, ушло правильно, то что долгий, почти 48 минут, там 48 с чем-то. Да, Веронику наши все-таки уложили мы. Да, с третьего раза или здорово. Второго, ну да, тут приходили. Сегодня все попришли. И мама приходила, и Галя приходила, и гости наши приехали. Все, пошли отдыхать, они уезжают. Посидели. Приехали, пришли к нам гости, посидели, ну, да. Чай попили, поговорили. Да. И все, ночью они сегодня уезжают, пошли там отсыпаться по дорогой. Да, просто тоже как-то действительно, когда уходили, все, прощались там это. Честно, немножко, конечно, диковато, потому что, так скажем, когда общаться по скайпу, это одно. Ну, они сами сказали, то, что действительно... Да, это уже совсем другое. Совсем другое вживую. Очень интересно, это классно. Судя честно. По нашему, по городу, вот, по вашим роликам, судишь, как бы, ну, все равно много они узнали, в принципе, но в основном так оно и как они, уже было проще, то, что в самом городе ходить, уже зная, где что, в принципе. Ну, да, конечно, естественно. Ну, в основном, наш город, это действительно центр и особо больше тут. Достопримечательности, да, вот набережная, парк, так называемый, ну и площадь Победы, ну так вот. Все близко, все рядом. Да, вот, я сейчас по делам схожу, надо. С Илюшей. Ну, понятно, что туда, потом уже пойду, конечно, ну, да. С Илюшкой, да, сюда забирать, нашим мальчиком, обиженным. Да, перекусить. Валя, ты что будешь делать? Да, ты читал об этом? Да, сейчас, вот. Вон. Уложили. Вероника волоску дает. Поправь, мою соску выпала. Сейчас сам приводит. Наверное, выпала соску, но я не знаю. Да. Вот такие дела, короче. Что еще? Ну, не знаю, уже увидимся позже. Сегодня такой день будет, короче, не знаю, непонятный. Потому что вроде такие вот основные. Тоже, ну, день на день не приходится, когда бывают какие-то основные действительно вот события. Как вчера произошла какую-то поездку, которая сама суббота будет, уже сама Брянск. Так что, по идее, все однотипно у нас происходит. Вот, в принципе, особо такого ничего. Да? Да. Что там? Что-то никак мы сегодня не можем. Ну, что делать? Уложиться вообще. Я просто на такие дни, такие бывают, когда ты вот хороший, когда ты, не знаю, такие вот с поездками, куда-то что-то действительно влог. Ну, получается такое интересное, да, действительно. А вот сейчас, как сегодня, ну, действительно, просто особо таких у нас дел никаких нету. Нет, просто мы пройдем сегодня, пока погода действительно хорошая, потому что передают дожди на следующей неделе у нас вот именно, ну, не знаю, то можно просто погулять, действительно, не ветер такой, ну просто дети, чтобы действительно. Да, немножечко. Вот. Надо думать насчет коляски, кстати, Вероники. Да, сейчас пойду. Как раз. Коляску заодно, потому что. Максимум еще неделя. Максимум, это уже... да, еще неделя и все. И надо за коляски, ну, неделя, две максимум, вот край уже. Надо ее пересаживать. Конечно. В летнюю колясочку. Да. И полегче, и поудобнее, естественно. Да. Все равно не громоздкий, конечно, это тяжело доскать эту коляску, тяжело. Ну, еще не сказать, что она громоздкая у нас сильно такая, ну, более-менее еще, да. Просто я знаю, у нас лазиком был трансформер. Да, там, ну, да, у сестры моей трансформер был здоровый. Я не знаю, кто эти коляски придумал. Колеса эти тяжелые, ужасно, да. Ужасно просто, да. Особенно мы с лазиком вообще, почему-то первое время, когда вот он родился, мы таскали ее домой, боялись оставлять на подъезде. У нас, да, не знаю, домофон, наверное, уже был, да? Был домофон, да, был. Да, домофон. Не знаю, почему таскали домой ее. И то есть с первого этажа до четвертого переть вручную, мягко говоря, это было просто нечто. Ну да. Вот. Сейчас мы вставляем сюда в подъезде, поэтому в этом плане проще. Как бы. Пойду попробую. Вроде бы спит. Ладно, увидимся уже после. Итак, я уже пришла за Илюшей в садик. Сейчас иду его забирать.
Что-то мы больше не снимали дома, потому что я пошла по своим делам, делала там, как бы решала свои проблемы, скажем так. На улице погода сегодня просто чудесная, есть такой небольшой теплый ветерочек, просто классно, шикарно. Сейчас я заберу Илюшку и пойдем тоже, наверное, прогуляемся, сходим. Давно такой погоды не было, вот именно что теплый ветер, такое солнышко, конечно, раскрывается, но все же. И довольно-таки тепло. Когда ты выходила днем, мне даже было, честно, вот этой курточке жарко. Сейчас, конечно, уже чуть попрохладнее, потому что все-таки наступает вечер. Так, что это? Я, наверное, Илюшина площадочка, где они играются. А вот тут такая вот. Ну и все, идем в группу. Тут их окошечко, которое нам Илюша постоянно машет. Ну все, увидимся с Илюшкой. Итак, мы уже вышли на улицу, забрала Илюшку, не стала снимать на улице, потому что как-то мы быстренько сразу пошли домоечки. Сейчас, когда дома уже Сережа покормил Вероничку, Владик покушал, и сразу же пошли на улицу. Вот он, Илюшкин наш, Крапушкин, стоит, как обычно, на вечном огне. Любимое его место, вечный огонь. Владик что-то там пытается, не знаю. Стоп. Илья, стой! Стой! Ой, вот их наш. Он несется. Илья, здороваться будем? Сейчас! Вот так вот. Стой! И красотка наша сидит. Сидит, не спит. Сегодня что вообще она ужасно спит. А да, Зай? Даже в течение дня очень плохо спала. Да, она полчаса поспит и все. У Илья зоопарк, зоопарк. Да, выходные пойдем. Кстати, погодка у нас портится немножко. Солнышко, небо затянуло, скажем так. А? Ну, солнышко везде заходит, но в теме, что небо затянуто, все равно не это. Не светлое. И ветер такой прохладный появился, да? Да, Сереж? Да, немножко есть. Ну, мне кажется, немножко. Сразу резко причем ветер поменялся. То он был теплый, сейчас прохладный. Конфетки топчешь? Тавтушка. А откуда у него карманы конфетки? Я не знаю, кому давал. А, лишь я устро давала, господи. Я уже забыла. Тавтушка, тавтушка. Вот тавтушка у нас, да? Дядь Кази. Тавтушка тоже покушалась там, молодец. Кормил, скажу тебе, да? Пойдем сейчас немножко прогуляемся, да? Погуляем. Да, немножко погуляем, походим. Нет, зарплаты сегодня нет. Пойдем уже, наверное, в сторону. Выходные должен приехать. Да, и пойдем домой ушки. Долго не будем. Воды купить, Веронике, Агушу. Агушу, да, надо купить. Ну так, по мелочи магазинчик зайти надо. Завтра нам 9 месяцев. Да, мы же совсем большие уже будем. Большие, да? Скажи, мне 9 месяцев уже будет. Красотки, да? Да. Все, уже теперь у нас караул дома. Лазит везде. Да, везде уже. Где может. Где может залезть, везде зажжет, зацепиться руками, да? Везде лезет. Что ты делаешь? Что ты делаешь? А что это такое? А что это такое? Ты драчун? Что там? А, все, поняла. Он эти цепляет, да? Ты драчун маленький. Тебя же когда ты улетишь. Понял? Ай-яй-яй. Вот так. Я же сказала. Сейчас щелбана упал. Так, ну ладно, пойдем погуляем. Увидимся уже чуть попозже. Итак, ну что, время 15:10. На сегодняшний четверг проходит к концу. Что, Илья? Что, Илюшкин? Что ты? Ну, крутас, как обычно. Да? Да? Набесились? Да. Что вы там? Что вы там? Конфетку дайте. Что там? Конфетку. Какую конфетку? Ты с ней печеницы и конфетки вы съели, все, водички попили. Все уже объелись, опились, да. Так, ну что, все, ты такой... Все, напал за нее, ничем не примечательный. Да, просто хочется ответить на вопрос, который прозвучал про образование. Вот, ну, не знаю, сейчас быстренько найду, кто ответил. Там еще, кстати, я хотел... Сейчас, быстренько. Я, кстати, чуть подзабыл. Так, быстренько наберем. Сейчас,
Что ты там потерял? Ой, так. Кстати, там есть очень много комментариев, да, что мы не можем ответить. Да. Сейчас я даже посмотрю. Вот. Алена Афанасьева, у нее нет ссылочки ответить, мы не можем просто, вот она, ну, отвечаем. Владик, ты молодец, на кого похожи Владик, Ильюша и Вероника? И такой еще вопрос, на какой iPhone снимаете? Ну, Татьяна, в принципе, снимает на iPhone, да? Да, Татьяна снимает на iPhone, Сережа снимает на камеру. Да, на iPhone 5, да? На iPhone 5, да. И вот на кого похожи... Дети? Не знаю. Вероника, может, похожа на Сережу, это однозначно. А вот мальчики, наверное, на меня, даже не то, что на меня, а больше на моего папу, особенно Владик похож. Да, скажи, Вероника. А я скажу папе на девочку. Да, так. И еще Владик, вопрос, в каком городе вы живете? Сейчас не помню, кто писал, там тоже для кнопочки ответить. Мы живем в городе Людиново. В Калужской области. Да, еще вот то же самое. Елена Прекрасная. Вот она пишет, хорошая дружная семья, молодцы, так держать тоже нету ссылки, вот кнопочки ответить. Подожди, вот, в принципе. И вот Наталья Олив, привет, ребята, расскажите, какое у вас образование, институт, техникум и так далее, кто вы по профессии? Вот, ну, Татьяна, да. Я училась в техническом техникуме, на экономист бухгалтера. Да, ну, а у меня образование, как считается, не знаю, лицей, там было еще тогда, еще раньше ПТУ. Ой, специальность у меня электрогазосварщик. А я зачем станочник ответила комментарий Лене Никитиной, что я... Нет, меня... Ну да, я ничего, я ошиблась. Я электрогазосварщик, в принципе, я... Мне она приходилась. Да. Что? Бутылочку в магазине купили, хорошо, хорошо. Подними, наверное, она не хочет, мама, да, на руках. Папа, да. И, в принципе, вот это образование, такое, что, не то, что образование, а это профессия помогла мне только в армии. Я в армии был, там работал на автобазе, вот, электрогазосварщик. Так, в принципе, я больше потом... Да, вторая профессия у меня прессовщик кабелей кабельной промышленности, где я работаю уже 14 лет практически. Вот, так что у меня такие две. Хотя еще была одна профессия, ну там оператор по телефонам, короче, я не помню. Я работал полгода как-то по телефонной связи, я не помню эту профессию, мне даже корочка была. Не, была корочка, но я забыл. Ну, в принципе, как-то так. Вот. Ну и что? Как обычно, хотим передать приветики от нашей семьи. Да, передаем приветики. Что там, Илюша? А? Так, передаем мы. Ой, Артему Кузнецову и Алене Кузнецовой из Нижнего Тагила. Большой привет! Привет, привет. Илюшкин, привет. Передавай. Вот. И передаем привет Полине Сусловой. Передаем тоже. Полине большой привет. Сейчас переодену тебя. Не знаю, что нас Илюша хочет. Так, ну, в принципе, привет передали. Ну и хочется сказать огромное спасибо за поздравление Владику. Спасибо всем. Спасибо. Очень много поздравлений. Да, приятных слов. Владик футболист. Молодец. Да? Спасибо, спасибо. На Ютубе очень-очень приятно. Спасибо большое. Ну и еще у нас такое событие небольшое. Это 5000 подписчиков. По-моему, сейчас уже и больше. Вот, так что очень-очень приятно, спасибо всем за подписку на наш канал. Да, добрые, теплые комментарии. Да, теплые комментарии, очень-очень приятно, спасибо всем огромное. Бывает и критика, мы ее тоже принимаем, но адекватные. В адекватной форме, естественно. Ток-ток-ток-ток-ток, кто здесь живет? Илья здесь живет, да? Да. Ну и в течение 2 недель, как мы обещали, мы все-таки сделаем ролик на конкурс, да, на 5000 подписчиков. Так что ждите, в течение 2 недель все это дело будет. Да, сделаем обязательно. Ну что? Будем прощаться. Да, завтра пятница у нас. Владик, ну, футбол завтра. Тренировка у него. Ну, уже такая, тренируйтесь хорошо, потому что действительно уже будет игра. Да, более-менее тренируйтесь. Ну что? Всем приятного просмотра, хорошего настроения. Всем пока. Пока-пока-пока-пока, солнышко, Владик. Всем пока, спокойной ночи. Илюшки.
Всем пока, он что-то куда-то собрался с игрушками заниматься, не знаю, за время полдесятого пора спать. Подписывайтесь на канал, оставляем комментарии, ставим лайки, дизлайки, кому что нравится. Всем до встречи, всем пока, увидимся с вами завтра.